друзья, уважаемые поклонники смешанных единоборств в Иркутске. А сегодня мы проводим презентацию большого спортивного мероприятия, которое пройдет в городе Иркутске 15 декабря 2017 года. Вообще в этот день, 15 декабря, пройдет сразу два знаковых спортивных мероприятия в истории города. В этот день нашей компанией Байкальский бойцовский чемпионат будет впервые проведен открытый чемпионат города Иркутска среди студентов по смешанному боевому единоборству среди любителей. И в этот же день пройдет профессиональный турнир международный по смешанному боевому единоборству Байкал FC1, Асалханов против Погодина. В карте турнира заявлено 13 профессиональных боев, в том числе и женский бой. Иркутянка Анна Позднякова сразится со спортсменкой из Монголии. Кроме этого, в карте турнира заявлены бойцы из Монголии, из Китая, из Иркутской области, из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Вообще в карте заявлены самые сильные спортсмены из Сибири, по сути, и из всего ближнего зарубежья, и из Монголии, из Китая тоже. Ждем очень красивое, зрелищное, яркое мероприятие. Приглашаем всех иркутян и гостей нашего города посетить наш турнир. Ожидается огромное количество эмоций положительных в канун Нового года и бескомпромиссные, яркие, достойные бои. Сегодня у нас на пресс-конференции присутствуют бойцы турнира. Это Али Табаров, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по боевому самбо. Это Всеволод Ерешко, профессиональный боец ММА. Артур Арутюнян, боец спортивного клуба «Спарта», профессиональный боец. Участник главного боя вечера, перспективный боец ММА смешанного стиля Баир Асалханов. И главный тренер спортивного клуба «НКС Байкал» Александров Евгений. А сейчас я бы хотел предоставить слово участнику главного боя Баиру Асалханову. Всем здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ровно через месяц нас ожидается очень грандиозное мероприятие, где я приму участие в главном бою вечера. 5 раундов по 5 минут за чемпионский пояс Байкальского бойцовского чемпионата. Приглашаю всех посетить данное мероприятие. Будет очень жарко и будет очень много крови. Все в лучших традициях. А теперь я хотел бы предоставить слово главному тренеру клуба НКС Байкал Александрову Евгению. Евгений готовит сразу двух бойцов на наш турнир. Это Анна Позднякова и Баир Асалханов. Ну, к этому турниру мы постараемся подойти в наилучшей форме. Баир бился с этим соперником год назад. Мы учли все недочеты, какие были, там ошибки, просматривали поединок его. И сейчас подходим, скажем так, в наилучшей форме. И Аня тоже, будет у нее поединок с непростой соперницей, представительница тайского бокса. Также бои были просмотрены, проанализированы. Сейчас подготовка скорректирована под соперницу. И я думаю, что наши спортсмены покажут очень хорошие результаты. Ну и думаю, что будут очень красивые поединки. А теперь я хотел бы предоставить слово бойцу спортивного клуба «Спарта» Артуру Арутюняну. Он тоже участвует у нас на турнире. У него будет очень серьезный соперник из Барнаула. Всем привет. К этому бою мы будем готовиться, ну, уже начали подготовку очень серьезно. Свой крайний бой я проиграл. Проиграл из-за своей же ошибки, недооценки соперника. В этом бою такого уже не будет. Мы сделали большую работу и надеемся победить. Теперь я хотел бы предоставить слово Али Табарову. Али 15 декабря сразится с мастером спорта по рукопашному бою из города Чита Артемом Мусиным.
Добрый вечер. Приглашаем всех 15 декабря на турнир. Будет очень зрелищный бой. Будет интересно и жарко. Приходите, будем вас ждать. Болейте за нас. Болейте за всех. Любите спорт. Всего хорошего. И в заключение я хотел бы предоставить слово любимцу иркутской публики, иркутянину Всеволоду Ерешко. 15 декабря у Всеволода будет бой с очень серьезным соперником, с Геннадием Карнауховым из Красноярска. Соперник Всеволода трижды мастер спорта по рукопашному бою, по боевому самбо и по кикбоксингу. Всех приветствую. Хотелось бы сказать то, что 15 декабря я надеюсь закончу череду проигрышей свою. У меня будет выигрышный бой. Плюс к этому всему я подхожу еще здесь не только как боец, но и как тренер. Я готовлю человека, который будет выступать на BFC-1 тоже. И помогаю готовиться Алида Барова. То есть у нас плотная работа, предстоит еще месяц. Действительно, придется работать 24/7. Надеюсь, то, что оно того будет стоить. И я не подведу тех людей, которые будут надеяться на меня. Все, спасибо всем. Сейчас, пожалуйста, все желающие могут задать любые вопросы, которые вас интересуют. Мы постараемся на них ответить. Добрый день. Вопрос такой по главному бою. Каким образом был выбран этот главный бой? И после того, как у нас будет реванш Баира с Михаилом, каким бойцам еще можно рассчитывать на то, что они смогут реваншировать свои бои? Ну, первый бой между Баиром и Михаилом Погодиным состоялся год назад, 23 декабря. Тогда в очень ярком и зрелищном бою победу по очкам одержал Михаил. Да, ну там была история боя такая достаточно сложная, да, там несколько соперников отказались от боя с Баиром. И вот Михаил согласился на бой на коротком уведомлении, находясь в более тяжелой весовой категории. Баир бой принял и проиграл по объективным причинам. Бой был очень интересный, и мы как организаторы посчитали, что этому бою нужно продолжение. И поскольку оба бойца эти провели за год по 4 боя, и причем ни один из них не потерпел больше поражения, а Баир, тем более в последнем бою в промоушене Fight Night, одержал яркую зрелищную победу над соперником, мы решили, что этот бой действительно достоин получить статус боя чемпионского. Вот, это будет первый вообще в истории города Иркутска бой в формате 5 раундов по 5 минут, да, по правилам смешанного боевого единоборства. Такого у нас в городе еще не было ни разу. Вот. По реваншам, обсуждается реванш Всеволода Ерешко с Артуром Шакшакжи, да, Бахадыр Бакиев с Алдаром Будунаевым. Тоже показали очень интересный бой на турнире Улан-Удэ «Битва богатуров». И вот этот реванш тоже обсуждается нами. Но это все в близком будущем. Пока вот мы идем по турниру номер 1 от компании «Байкальский бойцовский чемпионат Байкал-ФС». Спасибо. Александр, вопрос будет скорее к вам. Первый турнир BFC-1, собственно, чем он отличается от предыдущих турниров или предыдущих промоушенов, которые были у нас в Иркутске? Да, спасибо за вопрос. Но вообще на этом турнире, как я сегодня уже говорил, будет первый вообще в истории города и даже, наверное, первый в истории Сибири профессиональный бой в формате 5 раундов по 5 минут. Ну, вот в Улан-Удэ, не помню, честно, там на Файтнайте был сколько раундовый, 5-раундовый бой. Вот. Но в Иркутске точно это будет первый раз в жизни бой профессиональный по правилам чемпионского поединка. 5 раундов по 5 минут. Во-первых. Во-вторых, мы расширяем бойцов наших. И первый раз у нас тоже в истории города примут сразу 2 бойца из Монголии. Это вот Дмитрий Хамиев, который сегодня здесь присутствует, боец из Иркутска, он сразится с чемпионом Монголии по тайскому боксу Гонзориком Ардене Баатаром. Вот Гонзорик у нас уже в организации выступал, еще в рамках предыдущей организации Форса, да? Тогда он одержал победу над местным бойцом в очень ярком и зрелищном поединке. Вот. И плюс спортсменка из Монголии, да, будет соперницей нашей Анны Поздняковой. Это 2 таких существенных отличия. Такого в городе еще не было у нас просто. Это первый раз был, действительно. Мы сейчас переходим ко второй части нашего сегодняшнего мероприятия. Это открытая тренировка бойцов турнира BFC-1, который пройдет 15 декабря 2017 года. Спасибо!